11 семей участников специальной военной операции получили квартиры во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вместе с командующим ТОВ Виктором Лиина вручили ключи от двух- и трехкомнатных квартир. Каждый мужчина думает о том, что как обеспечить своих детей жильем. Мы взяли на себя эти обязательства, и семьям, где двое более детей, мы представляем жилье до достижения 18-летнего возраста. Вам спасибо за то, что вы пережили это тяжелое время, за то, что вы уделяете внимание своим детям. Свято и бережно храните память о тех героях, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацистами. Мы будем продолжать помогать, делать все возможное. Указом президента образован фонд «Защитники Отечества», который у нас тоже работает. После торжественной церемонии Олег Кожемяка и Виктор Лиина пообщались с женами военнослужащих, а также вручили детям сладкие подарки и книги Владимира Арсеньева «Встреча в тайге». Плакала перед вами вот четыре части. Что бы это произошло, что это безумно хорошее, ваши слова, что я не переживаю, я рядом. И действительно, года четыре вы уже рядом. Такой стабильности для моих детей, но я думаю, что не делать такого ни в одном регионе. Мне как маме хотя бы не страшно. Но это, конечно, все. Напомним, в Приморье детям участников специальной военной операции организовали бесплатное питание в школах, занятия в секциях и отдых в оздоровительных лагерях. Для отдельных категорий семей военнослужащих предусмотрены выплаты на приобретение жилья для детей. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.